ровно 5 минут, и мы поставим Ajabot и подключимся к звонку. Ну, будут и звонки, и сообщения без всяких проблем. Итак, смотрим. Здесь просто можете почитать, делаете записи DNS. И после того, как вы их сделали, здесь все написано как, да, можно установить файл подкачки, можно там удалить snap, если кому не нужен. Основная тема, вот она, это установка сервера. Берем, копируем. Из чего состоит, да? Меняется сервер, здесь меняете на свой. Ой, на хост свой ставите. Дальше идет с официального сайта скачка и установка репозитория. После этого установка самого сервера. Дальше регистрируется пользователь. И меняется порт, точнее проброс порта 80 на 5280 для выпуска сертификата. Вот здесь меняете на свои данные, какие у вас. Ну, какие вы сгенерируете. И вот здесь меняете тоже на свои, на свой хост. Больше ничего делать не надо пока. Итак, поехали. Так, консоль.